Да, итак, дождались. Второе главное событие сегодняшнего вечера. Также бой за титул, но уже не временный, а постоянный. Но владелец этим титулом является Абулазиз Абулвахабов. Но вот сейчас лице Эдуарда Ватаняна будет максимальная попытка этот пояс забрать уже в стан своей команды. Уже несколько месяцев идет подготовка к этому поединку. Опять же, то, что мы видим, это вершина айсберга. Подготовка по несколько тренировок ежедневно, сгонка веса, да и, в общем, огромное количество мероприятий. Не очень приятно, скажем так, для спортсменов. И вот сейчас главное – поединок за чемпионский пояс. Эдуард Вартанян против Абдул-Азиза Абдул-Вахабова. Абдул-Азиза очень есть, такая, знаете, такой за пазухой тяжелый нокаутирующий удар. Он очень жестко и тяжело бьет. Физически мощный. Эдуард Вартанян также может удивить любого в стойке. Вот когда проходил подготовку к этому поединку, Абдул-Азиз из его стана доходили новости, что, в общем, рассчитывают они на проведение. Посмотрите! Два раза болтание. Первое точное попадание было со стороны Абдул-Азиза. Абдул-Вахабова. Жесткое лево-правое. Правый лоу-кик туда же. Очень жестко бьет Абдул-Азиз. Очень мощный боец, физически сильный. Все удары тяжелые, с рук особенно бьет жестко. Вот справа попадает сейчас через руку. Сильно зацепил сейчас Абдул-Азиз. И может еще раз попробовать туда. Он близок. Он должен быть сейчас на уровне чувствительности. Попал очень тяжело правой через руку. И кричат сейчас как раз Абдул-Азизу, что он попал, чтобы продолжал атаковать. Но сконцентрирован Абдул-Азиз Абдул-Вахабов. Эдуард Вартанян спокойно, во всяком случае, внешне. Все удары Эдуарда пока что приходят по защите. Абдул-Азиз сейчас мог вообще, в принципе, завершить бой. Накал сейчас на встречу! Левый сбоку, правый чуть-чуть туда. И мог бы еще раз тяжеленный удар справа. Это Абдул-Азиз Абдул-Вахабов. Да, пока что очень грамотно пропустил Эдуард Вартанян. Умно ведет поединок. И именно в своей манере то, что он может создать проблему для любого оппонента. Напомню еще раз, у него есть вот в рукаве тот самый сюрприз для любого своего соперника. Можно нокаутировать в любой момент боя. Напомню вам бой с Али Багова. Помните этот поединок? Когда было, кстати, в левше сейчас делает Эдуард Вартанян качественную работу в стойке. И попадает сейчас. С левой руки пропустил сейчас Абдул-Азиз Абдул-Вахабов. Что же, какое-то время этот поединок напоминал больше боксерский матч. О, справа! Через руку! Вот это было баталия тяжеленная! Попадает в ног! Алтания здесь и здесь! Справа еще раз влево! Тяжелейший нокаут! Вот это да! Вот это Абдул-Азиз Абдул-Вахабов! То, о чем я говорил. Есть тяжелый, тяжелый удар. Есть, есть тяжелый удар. Что есть шанс у Абдул-Азиза нокаутировать. Есть у него вот этот тяжелый нокаутирующий панч. С любой руки он может ударить любого. Абдул-Азиз Абдул-Вахабов Лев побеждает в этом титульном поединке. Супер! Красиво, очень качественно. И, знаете, в своей манере вот эта мощь у него, заряд в двух кулаках. Ну и Адлан Амагов здесь в клетке. Подходит тоже в угол Эдуарда Вартаняна. Для того, чтобы поблагодарить всю эту команду, всех этих парней за работу, качественную очень работу. Настроен Эдуард Вартанян. Огромный путь он прошел.
итоге к этому поединку. Великолепный бой провел против Магомед Расулов Хасбулаева. Одержал победу. Но вот сейчас титульный шанс и неудача. Да, против Фрода Хасбулаева мы все не раз высказывались настолько умно, грамотно, иначе, как от него все ждали. Тактически хитро Эдуард Вартанян тогда держал победу просто наикрутейшую. Ну и здесь Абдул-Азиз Абдул-Вахабов несколькими жесткими попаданиями в начале первого раунда тяжело болтанул несколько раз Эдуарда. И потом в этой же своей манере не отпустил. И еще несколько раз попал и завершающими уже ударами рефери в клетке